одном из блокпостов возле Донецкого аэропорта гражданина России. Один из них, их было двое, один из них приехал из Мурманска воевать на Донбасс. Наши силовики сначала не представились, россияне по ошибке свернули не на ту дорогу. У одного совсем не было при себе документов, у второго, наоборот, полный набор от свидетельства о рождении до профсоюзного и военного билетов. У жителя Мурманска, по его словам, особое задание – собирать позывные боевиков и передавать их в центр подготовки боевиков в Донецке. Эту информацию он выдал, искренне веря, что документы проверяют свои же, а потом внезапно увидел украинский флаг. Ну, вот здесь украинский флаг на базе. А ты что думал, что у нас тут что? Российский, да? Накрыли бы? Не российский, спрашивай, интересно, пошли украинский. А какой твой должен быть флаг? Отставить разговоры! Во время досмотра на мобильный телефон задержанного несколько раз звонил человек с позывным «Одесса». Именно он, как рассказал задержанный, координирует работу центра подготовки боевиков в Донецке. «Одесса» — это в Донецке командир учебного центра. Командир, да? В Донецке, да? В Донецке. И что он, чем он занимается, этот командир? Помощь детям или валить своих братьев? Не могу украинцы знать. Вот ты не имеешь знать, а приехать аж с Мурманска, ты едешь на войну. У тебя все свидетельства, все в тебя учебные дела, все в купе. Для чего ты едешь? Ты же не детям приехал. Сейчас задержанных россиян допрашивают в службе безопасности Украины. Военные.